что такое гоблин шоу, кажется, можно уже не разъяснять. Это слет байкеров международный, Украина плюс Россия плюс Беларусь, уже 14-й по счету. Байкеры, ну, те накачанные мужички на огромных дырчащих байках, даже уже не мотоциклах. Но байкерство на деле вид протестной субкультуры, более того, альтернативной культуры, что сказывается не только, не столько на внешних атрибутах, но кодексе, идеологии, поведению. Там заложено социальное, протестное, дух свободы звучания, а посему сопровождается рокерскими и хард-рок выступлениями. Гоблин-шоу – это слет, чтобы пообщаться, на других посмотреть и себя показать, заявить о себе. Это способ истинной, доподлинной самоидентификации. То есть человек в миру может быть мелким клерком, а на деле… Именно поэтому байкерство вызывает интерес и приязнь у большинства обывателей, которые в душе тоже протестные и накачанные в татуировках персонажи. С 14-м слетом гоблин-шоу солидаризировался и соц-арт-художник Сергей Боголюбов, который в бывших раздерганных душевых развернул экспозицию, установил 5-метровый объект и вообще считает, что байкерство на деле вид, подвид искусства, который близок акционизму, перформансу и вообще они artists, художники современного искусства. С чем, наблюдая это действо, сложно не согласиться.